день, уважаемые оренбуржцы и гости нашего города! Буквально с сегодняшнего дня и с этого замечательного мероприятия стартуют праздничные новогодние мероприятия в нашем городе. Мы благодарим Южноуральскую железную дорогу и Российские железные дороги за то, что они в своей цепочке замечательных мероприятий выбрали одним из мест такого проведения наш город. Действительно, в нашем городе живет очень много трудолюбивых, нежных, добрых, лучших людей нашей страны. И, конечно, знаком отличия нашего города является оренбургский пуховый платок. И никого из нашего города мы не отпускаем без подарка. И в резиденцию Дедушки Мороза мы сегодня передаем елочное украшение, шар с элементами оренбургского пухового платка. Давайте похлопаем город Оренбург. Громче, громче аплодисменты. Смотрите, какой прекрасный, чудесный подарок. Ну что? Да, я...